Зора, части 3 и 4. Chapter 3. The Pulido Hacienda. Глава 3. Hacienda Pulido. The next day is warm and sunny. Don Diego gets on his beautiful horse. He rides to Don Carlos Pulido's big hacienda. Следующий день будет теплым и солнечным. Дон Диего садится на своего прекрасного коня. Он едет в большую гасиенду Дона Карлоса Пулидо. Don Carlos is a good friend of Don Diego's family. Both families are rich and important. Дон Карлос хороший друг семьи Дона Диего. Обе семьи богаты и важны. But the governor does not like Don Carlos. He creates problems for him. He wants to take Don Carlos' land. Но губернатор не любит Дона Карлоса. Он создает для него проблемы. Он хочет захватить землю Дона Карлоса. Don Carlos is happy to see his friend. Good morning, Don Diego. Дон Карлос рад видеть своего друга. Доброе утро, Дон Диего. What a nice surprise. Come and sit in the patio. Какой приятный сюрприз. Пойдем посидим во внутреннем дворике. Thank you. I am here to say something very important, says Don Diego. I am almost 25 years old. Благодарю вас. Я здесь, чтобы сказать кое-что очень важное, говорит Дон Диего. Мне почти 25 лет. My father wants me to get married and start a family. I am not interested in marriage. Мой отец хочет, чтобы я вышла замуж и завела семью. Я не заинтересован в браке. I think love and marriage are boring, but I must obey my father. How old is your daughter Lolita? Asks Don Diego. Я думаю, что любовь и брак скучны, но я должна слушаться своего отца. Сколько лет вашей дочери Лолите? Спрашивает Дон Диего. Lolita is 18 years old and she is very beautiful, answers Don Carlos. Лолите 18 лет, и она очень красива, отвечает Дон Карлос. You have a fine family. With your permission, I want to marry your daughter, says Don Diego. У тебя прекрасная семья. С вашего позволения, я хочу жениться на вашей дочери, говорит Дон Диего. Don Carlos smiles and is happy. This is an honor for our family. You have my permission. Do you want to see Lolita? Дон Карлос улыбается и счастлив. Это большая честь для нашей семьи. У вас есть мое разрешение. Ты хочешь увидеть Лолиту? I think I must. Answers Don Diego. Я думаю, что должен, отвечает Дон Диего. Don Carlos calls her and she comes to the patio. Lolita is a lovely girl with long black hair and dark eyes. Дон Карлос зовет ее, и она выходит во внутренний дворик. Лолита прелестная девушка с длинными черными волосами и темными глазами. Good morning, senorita. There is something I must tell you, says Don Diego smiling. I want to marry you and your father approves. Доброе утро, сеньорита. Я должен вам кое-что сказать, говорит Дон Диего, улыбаясь. Я хочу выйти за тебя замуж, и твой отец одобряет это. Oh, senor! Exclaims Lolita. Do you want to marry me? She is surprised and her face is red. О, сеньор, восклицает Лолита. Ты хочешь жениться на мне? Она удивлена, и ее лицо покраснело. Think about it today. One of my servants can bring me your answer tomorrow. Подумай об этом сегодня. Один из моих слуг может принести мне ваш ответ завтра. But why can't you come tomorrow? Asks Lolita. Но почему ты не можешь прийти завтра? Спрашивает Лолита. Oh, your hacienda is far. I get tired when I ride my horse. I prefer to stay at home and rest. О, ваша гасиенда далеко. Я устаю, когда езжу на лошади. Я предпочитаю оставаться дома и отдыхать. What? You want to marry me and you don't want to visit me. Is this your idea of love? Что? Ты хочешь жениться на мне и не хочешь навещать меня? Это ваше представление о любви? I want to marry a strong, romantic man. You are young and rich, but you are not strong or romantic. Я хочу выйти замуж за сильного, романтичного мужчину. Вы молоды и богаты, но вы не сильны и не романтичны. Do you have a heart? Says Lolita. She is angry.
She runs away and tells her mother. «У тебя есть сердце?» – спрашивает Лолита. Она злится. Она убегает и рассказывает об этом матери. Dova Catalina says, you're lucky, Lolita. Don Diego is very rich. He comes from a noble family. Доха Каталина говорит, тебе повезло, Лолита. Дон Диего очень богат. Он из благородной семьи. The governor likes his family. This is a big opportunity for our family. Губернатор любит свою семью. Это большая возможность для нашей семьи. In the afternoon, Lolita is alone in the patio. She is thinking about Don Diego. Во второй половине дня Лолита одна во внутреннем дворике. Она думает о Доне Диего. Suddenly she hears a noise and turns around. She sees standing in front of her. Zorro. She whispers. Вдруг она слышит шум и оборачивается. Она видит, что стоит перед ней. Зорро, шепчет она. Don't be afraid, senorita. I only punish corrupt people. Не бойтесь, сеньорита. Я наказываю только продажных людей. I like your father because he is honest. I am here to admire your beauty. Мне нравится твой отец, потому что он честен. Я здесь, чтобы полюбоваться вашей красотой. What? You must go away. You are in great danger, says Lolita. Что? Ты должен уйти. Вы в большой опасности, говорит Лолита. You are beautiful and kind, Lolita, says Zorro. Let me kiss your hand. Zorro takes her small hand and kisses it. Ты красивая и добрая, Лолита, говорит Зорро. Позволь мне поцеловать твою руку. Зорро берет ее маленькую ручку и целует. Lolita looks into his eyes and smiles. Then she runs into the house. Лолита смотрит ему в глаза и улыбается. Затем она вбегает в дом. What a courageous man. He is a bandit, but I like him, Lolita thinks. Какой мужественный человек. Он бандит, но он мне нравится, думает Лолита. Chapter 4. Captain Ramon. Глава 4. Капитан Рамон. At 8 p.m. It is dinner time at Don Carlos' home. The family is sitting at the table. В 8 часов вечера в доме Дона Карлоса наступает время обеда. Семья сидит за столом. Someone knocks at the door. A servant opens it and Zorro appears. Кто-то стучит в дверь. Слуга открывает ее, и появляется Зорро. Don Carlos, his wife and daughter stand up. They are scared. Дон Карлос, его жена и дочь встают. Они напуганы. Good evening, says Zorro. Don't be scared. Добрый вечер, говорит Зорро, не бойся. You are an honest man, Don Carlos. I only want some food and drink. Вы честный человек, Дон Карлос. Я хочу только немного еды и питья. Zorro goes to Lolita and whispers, I cannot forget this afternoon in the patio. Зорро подходит к Лолите и шепчет, я не могу забыть этот день во внутреннем дворике. You must not come here. It is dangerous. Whispers Lolita. Вы не должны приходить сюда. Это опасно, шепчет Лолита. Suddenly a young Spanish soldier enters the house. He is Captain Ramon. He wants to arrest Zorro. Внезапно в дом входит молодой испанский солдат. Он капитан Рамон. Он хочет арестовать Зорро. Zorro takes out his sword and they fight. The two men are good fighters. Зорро достает меч, и они сражаются. Эти двое хорошие бойцы. I want to arrest you, Zorro, says Captain Ramon. You are a public enemy. Я хочу арестовать тебя, Зорро, говорит капитан Рамон. Ты враг общества. You cannot arrest me, says Zorro. Вы не можете арестовать меня, говорит Зорро. Zorro injures the captain's shoulder with his sword. The captain falls to the floor. Зорро ранит капитана мечом в плечо. Капитан падает на пол. Please help the captain. Zorro says to Don Carlos. Then he smiles at Lolita and rides away on his horse. Пожалуйста, помогите капитану. Говорит Зорро Дону Карлосу. Затем он улыбается Лолите и уезжает на своей лошади. Don Carlos' wife and daughter look after Captain Raymond's injured shoulder. The captain likes beautiful Lolita.
Жена и дочь Дона Карлоса ухаживают за раненым плечом капитана Рамона. Капитану нравится красивая Лолита. Don Carlos, says the captain, I like Lolita very much. I come from a good family and I am the governor's friend. Дон Карлос, говорит капитан, мне очень нравится Лолита. Я из хорошей семьи, и я друг губернатора. I am 23 years old and I am the captain of the Presidio. May I court Lolita? Мне 23 года, и я капитан Пресидия. Могу я ухаживать за Лолитой? First, I must explain something, says Don Carlos. Don Diego Vega wants to court Lolita too. Сначала я должен кое-что объяснить, говорит Дон Карлос. Дон Диего Вега тоже хочет ухаживать за Лолитой. Lolita must choose her husband herself, but you have my permission to court her. Лолита должна сама выбрать себе мужа, но у вас есть мое разрешение ухаживать за ней. The next morning there is a lot of noise at the Presidio Don. На следующее утро в Пресидио Дон очень шумно. Diego and other men are watching. There are many soldiers on their horses. They are listening to Sergeant Gonzalez. Диего и другие мужчины наблюдают. Там много солдат на лошадях. Они слушают сержанта Гонсалеса. Today is an important day. We must find Zorro. Сегодня важный день. Мы должны найти Зорро. We must look in every hacienda and in every home. Remember the governor's big reward. Let's go. Мы должны заглянуть в каждую гасиенду и в каждый дом. Помните о большой награде губернатора. Поехали. That morning Don Diego sends a letter to Don Carlos. В то утро Дон Диего посылает письмо Дону Карлосу. My dear friend, Sergeant Gonzalez and his soldiers want to arrest Zorro. Мой дорогой друг, сержант Гонсалес и его солдаты хотят арестовать Зорро. It is dangerous for you and your family to stay at your hacienda. Please come to my home in Reina de Los Angeles. Вам и вашей семье опасно оставаться на вашей гасиенде. Пожалуйста, приезжайте ко мне домой в Рейна де Лос-Анджелес. It is safe in my home. I must go away for a few days. В моем доме безопасно. Я должен уехать на несколько дней. Your friend, Diego Vega. Твой друг, Диего Вега. Don Carlos receives the letter and says, what a generous invitation. Don Diego wants to protect Lolita. Дон Карлос получает письмо и говорит, какое щедрое приглашение. Дон Диего хочет защитить Лолиту. We must accept the invitation. Let us go immediately. Мы должны принять приглашение. Отпустите нас немедленно.